Больше 50,5 тысяч предпринимателей получили паспорт налогоплательщика с начала года. Как сообщили в Департаменте госдоходов, цифровой документ нужен, чтобы защитить права покупателей. Он представляет собой QR-код и размещается у кассы. Почему этот документ должен иметь каждый предприниматель, знает Рустам Аралбаев. Вот у нас выставлен на кассе QR-код. В случае жалоб можно по нему перейти и обратиться. А мы работаем на совесть, и поэтому выставляем его на кассу, не беспокоясь. О важности QR-паспорта предпринимателей предупреждают неоднократно. В нем указаны данные предприятия, с помощью которых можно оформить жалобу или обращение в Департамент госдоходов. Специалисты налоговой службы регулярно проводят рейды и разъяснительную беседу. Здравствуйте, я с Департамента государственных доходов. Проводим разъяснительную работу по получению QR-кода. Сейчас обратили внимание, у вас QR-код, оказывается, уже установлен. Также хотим добавить, что у нас есть мобильное приложение «ЕСАЛОГ Бизнес». Вот посмотрите, здесь пошагово. Я думаю, информация будет полезной. Спасибо, хорошо. Когда обновляется каждый месяц? С 1 марта 2022 года в налоговое законодательство введено понятие «паспорт налогоплательщика». Паспорт налогоплательщика представляет собой информационную карту субъекта предпринимательства, который не является налоговой тайной и содержится в QR-коде. Данное обязательство применяется предпринимателями, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания и торговли. Получить QR-код можно на сайте Комитета госдоходов или с помощью консультирующих сотрудников в отделениях и мобильных офисах. Процедура занимает всего пару минут, а при себе достаточно иметь только сотовый телефон. Сегодня я зарегистрировала паспорт налогоплательщиком. Мобильный офис налоговой, приехали, оформили все быстро. Через код по СМС делается все быстро. Очень мобильно, удобно. В данный момент сейчас можно получить много онлайн-услуг. Очень удобно, доступно зарегистрировать ИП, получать разные услуги от госорганов. Для бизнесменов цифровой паспорт помогает легко изменить зарегистрированные данные, изменить реквизиты, названия и не только. А для того, чтобы непрерывно пользоваться удобной опцией, достаточно раз в месяц обновлять указанные данные, отправляя соответствующий запрос. Рустам Аралбаев, Сагындык Нарыков, телеканал Алматы.